Фейхоа. Богата йодом она. Растет на юге. Вот недавно завезли в магнит, сразу купили. Увидели все, скупили сразу. Ящик один был. Вот насушили, заморозили часть. Часть сразу начали есть. Она доспевает, лежит спокойно. Мягкая становится, такая ароматная, прям как духи, вкусная. Вот как высушить фейхоа. Берем, нарезаем на кружочки, сушилку, включаем на день и получаем. Можно на батарее, в принципе, высушить. Ну, вот сушилки сушили. И вот получили такой вот в итоге. Она очень богата йодом. Прям видно, что она такая коричневенькая. Йод из нее аж выделяется. Для щитовидной железы полезнейшая. Иммунитет укрепляет. Очищает. Ароматная такая, вкусная. Хватай, не глядя, называется. Если увидели, сразу надо ее приобретать. Ну, вот такой способ можно высушить. И потом ее добавлять. Также размочили, как сухофрукты. Добавили в смузи, во всякие, в кашки или просто в компот. Очень хорошо идет. Такой аромат придает, прямо приятный вкус.